Всем привет, друзья! Сегодня в этот жаркий летний денек мы с Сергеем выбрались на Чебоксарское водохранилище. Сегодня будем ловить хищника. Вот приплыли на первое интересное место. Как говорят, на Волге много мест, но вот на первом интересном перспективном месте мы встречаем наших друзей, которые за моей спиной. Дмитрий Шабалин и Сергей Евтисова. Тоже ловят рыбку, тоже стараются. Мы тоже сегодня будем стараться, надеюсь, поймаем волжских хищников. Посмотрим, что сегодня получится. Вот щука. Прям с коряги снял. В ту сторону кинул первый заброс. Вива ИХ, аккуратненько. Злая? Она здесь всегда злая? Хорошая. Как она? Маруська, ну подожди, не надо. Зачем ты свечку делаешь? Покойней, покойней, девочка. Давай мы тебя сфотографируем и отпустим. Иди ко мне, не надо только, хорошо? Не кусаемся, договорились? Раз, два, три. Ну это нехорошо, не договорилась со мной. Девчоночка, не надо кусаться, не надо кусаться. Не надо кусаться, не надо свечку делать. Какая она, смотри. На простой рыбалке можно не мучиться. Брать такую рыбу надо руками. Ой, молодец, ушла. Ну и ладно, мы бы ее все равно отпустили. Зато поигрался с ней красиво. Ни фотографию не дала сделать, представляешь? Ай-яй-яй-яй, ну ладно. На соревнованиях такую бы взяли рыбу, процатчиком, оп, и все. А здесь эстетическое удовольствие на палочку до 24 грамм. Достаточно тонкий шнурочек для здешних мест, 1,2 всего-навсего по японской классификации. В принципе, в корягах здесь надо ставить прочнее, шнур потолще, но хочется просто получать удовольствие от рыбалки, поэтому более деликатную снасть взял. И получил, эти удовольствия это получил. Такая двушечка, наверное, была. Ну, прикольно. Мы всю рыбу отпускаем, поэтому. Поэтому ничего страшного. Ух ты! Не успел. Так сандалило. Прям такая бам! Есть. Свалилась. Знаешь, как клюнуло? Тюк-тюк. Тюк-тюк, короче, и получил по щам прям сразу. Моментально. Моментально. Накидал этот самый, почти на бревно кидал. Вон. Окунек, мужичок. Маленький такой. Ой, какой конопатый. Слушай, даже не... Блин, вообще супер. Первая рыбка сегодня. Похоже, щука. Похоже, что-то откусил у меня. Я так понял. Это вообще... Это такой размер, я думаю, что 20-30 грамм. Леонидыч. Ой, какой. Это детеныш Леонидыча. А так он звонку дали, надо только аккуратненько его снять. Где? Папу, маму приведи. Ой. Слушай, я таких не ловил давно уже. Продолжаем рыбалку на Чебоксарском водохранилище. Утром явно была какая-то активизация рыбы. Буквально первый час несколько постановок приносили поклевки, но
Поклевки очень аккуратные, щучьи поклевки сравнимы с окуневыми просто поклевками, легкие тычки, такие прикусы, тук, она садится, ее держишь, и она сходит. Вот одну щуку удалось подвести к лодке, так поигрался с ней, сошла. Ну, попадаются какие-то сейчас окушки редкие, маленькие судачки, поклевок вообще мало, ветер стих, продолжаем лазить, облавливаем перспективные места, ну, пока как-то грустновато, но день еще впереди, будем пробовать, поймаем что-нибудь. Ух ты! Клюнул кто-то под лодкой. Кто-то ударил. Это окунь, что нормально. Ага, трясется. О! Полосатый горбач. Такой засосал так поролоночку. Вот такой окунек клюнул сейчас небольшой коряшки на небольшую проломку. Вот видите, как он ее глубоко засосал. Вот даже его проблематично теперь будет вытащить. По павловским меркам, конечно, он зачетный, но это грань зачета. 25 сантиметров вместе с хвостом. Поэтому сейчас мы его отпустим и попробуем поймать или щуку, или еще что-то покрупнее. Еще один. Да. Это меньше. Вот еще один. Конопатый. Окунек теперь за нижнюю челюсть попавшийся. Ух ты! Жаба. Шпарила, короче, так, что и мимо, прикинь. 14 грамм я поставил, я на полив кидаю 4-метровый с корягами. Это рыба, я думал сначала не рыба. О, вот он. Наверное, ну да. Иди. Ох, ушел. Саутин. А так мы ждали другую рыбу. Ну? О, саутин. О, перевалил. Как перевалил, так через нее. Сюда, судачок. О! Вот такие вот судаки попадаются на Волге в плохую погоду. В хорошую они еще меньше. О! Еще раз погладь так его. О! Иди. Как он ушел, а? Как саутин. Ну что, друзья, сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Рыбачили с Сергеем мы на водах Чебоксарского водохранилища. Клев для июня не такой радужный, как хотелось бы, не такой, как его описывали. Не знаю, с чем это связано. Поклевок крайне мало. Рыбу фактически толком ничего не поймали, однако это мелочь. Щучьи поклевки были лишь с утра, были надежды на вечер, но, к сожалению, погода испортилась, и никаких результатов, никакие наши места вообще не принесли. Хочется отметить, что был я здесь последний раз 2 года назад, и 2 года назад количество сетей было гораздо меньше. Сейчас
сетей стало гораздо больше, это реально заметно. Прессинг на водоеме также увеличился, очень много местных лодок. И с каждым годом любой водоем становится очень трудовым, приходится много искать, много работать, чтобы поймать. Но тем не менее, рыбалка сегодня состоялась, она была какой-то такой. Ну что, друзья, мы плывем на базу, на сегодня все, всем пока, до новых встреч!